Мы отсняли все-таки, еле как, с трудом уже, с криками и со всем остальным. Я не помню, 1200, 1200 было. А мы находимся в ресторане Тбилиси. Не хотела бы я на тебя работать. Не грубый, жесткий начальник какой-то. Орет вечно. Возмущает. Не слушайте вот эту вот женщину. Все не так, все не так. Сменять. Сейчас будет айфон заменять новый. Опять все не нравится. Так успеваю натирать тут все. Там убирает, там убирает, то разольет, то еще что-нибудь произойдет. На. Вечно болтает. Не то, что надо. У нас прям запар с этим Инстаграм, нам нужно его вести, и сейчас мы будем делать все для этого. Нам нужно записать сторис, и вот, типа, вся обстановочка подготовлена для этого. Щека у меня спала. Я поставлю сейчас вам в экран. Здесь где-то появится то, что там происходило со мной за эти дни. Тоже лицо было не совсем для съемок. Ничего страшного. Мы вернулись. Куда мы идем? Ресторан, который фото. Ресторанные вещи происходят, да? Ну рассказывай, рассказывай. Я не знаю, куда мы идем. Ну как ты думаешь, туда, как и говори. Кирилл как-то странно сегодня рассказывает. Это не ресторан, а это тайное место. Мы сегодня идем в ресторан знакомиться с нашими друзьями и вкусно кушать. Мы пока едем в этом вонючем автобусе. Маша выбирает обувь, чтобы... Ну, короче, Маша выбирает обувь, чё, чтобы... Отстойные. Ну, мы в каком-то непонятном месте. А? Локация готовится. Мы просто пришли. Да мы уже пришли, рассказываем. Нет, ты должна все увидеть сама своими глазами. Ну, а чё там? Вы увидели, как что-то Маша снимает. Там... Так там что, в одежде надо быть или нет? В одежде? Ну, там можно в одежде, можно нет. Ты ничего еще, ты вообще еще ничего не понимаешь. Ну хорошо, да, что? 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 Давай. Локация. Какая локация? Готовится. Всем привет. Я сейчас на работе нахожусь. Уже завтра я буду с кольцом на пальце. Уже завтра будет... Моя немножко жизнь изменена. Я сделаю предложение Маше. Не знаю, конечно, как она отреагирует, но я думаю, что в положительную сторону. Другие варианты, в принципе, не рассматриваю. Не знаю, чувства смешанные, по сути. Я думаю, что так рано или поздно нужно было сделать в любом случае. Потому что я люблю ее. Знаете, просто я как-то утром я проснулся, посмотрел в сторону и понял то, что я счастлив. И в этот момент, наверное, пришло какое-то осознание того, что раз я определился, раз человек тоже, кто рядом со мной определился, зачем морочить голову и создавать. Я имею в виду то, что узаконить это все, чтобы это было действительно уже по-взрослому, по-серьезному. Надеюсь, когда-то будут смотреть это наши дети и улыбаться вместе с ним.
Знаете, у меня был опыт 10-летних отношений, и я сейчас понимаю четко то, что чем дольше человек затягивает, тем мала вероятность того, что это произойдет. За год совместного проживания можно понять, такой это человек или нет. Я не говорю сейчас про встречаться, про дружить. Это все не то. Год совместного проживания. Он показывает, кто есть кто. Он заставляет вас быть в разных ситуациях. Если вы справились с этим, то дальше все пойдет на ура. Я так думаю и верю в это. С другой стороны, ты прекрасно знаешь, какой я. Со своими тараканами в голове. Ну и при этом ты со мной. Наверное, это и есть любовь. Желаю всем найти вторую половинку, с которой вы будете также неразлучны. На самом деле можно было вечернее время взять, но типа оно дороже, там я не знаю сколько раз было. Оно дороже было во много раз. Вечернее? Да. И все, вот такая тема, короче, знаешь сколько стоит? А, ну хотя, наверное, не надо говорить. Ну, не надо говорить. Да, у нас же семейный бюджет. Так. Не надо говорить. А, не надо? Все. Не все. На тридцатку. Ну хватит. Что у нас в домике? Кстати, вот это прикольная система. В доме пойдем или там через верх надо? Тунц-тунц, тунц-тунц, ту-тунц. Ай. Я думаю, ты снимаешь. Я снимаю. Хорошо, у нас здесь есть шампанское, ламбруско, ламбраско. Ламбруско. Рафаэлки. Бьянсе, Левенто. Так, ну вот это вот я вообще не знаю, что это такое. Это просто... Это языки, цветочки, да, арома. Ну, все запах красивый был, да, глаз ослабляет. Сок яблочный. И, собственно, все. Вот такой вот вид. У нас сейчас будет еще фотосессия. 25 минут. Мы будем сниматься. Фотомодели. Не, я ожидала. Скажи, сначала ожидала, я тебе тут сказала об этом. Потом я уже думаю. Хвастайся. Невестка. Невеста. Ты палец, ты кольцо показываешь? Не видно, наверное. Видно так, нормально. Почему оно на этом пальце? Почему на этом пальце, если большое? Не, ну знаешь, лучше, чем маленькая. Я же не хотела этой ситуации. Для меня был, типа, знаешь, этот момент, когда, типа, я вот такая... Нет, не идет. Оно большое. На самом деле, я взял 17,5, как мы... У меня 17. Вот именно без имена. Она сказала да. А мы находимся в ресторане Тбилисити. Это в центре города, в Петербурге. И... Мы хотим вкусно покушать и поболтать. Ну просто знаешь, вот как-то это было, типа, я утром просыпаюсь, смотрю на тебя и
И понимаю то, что, ну, типа, вот, пришел этот момент, когда я счастлив, типа, все, мне больше ничего не надо, и вот я хочу это сделать. Я хочу, типа, ну, это все, что было узаконено. Если честно, немного своеобразный туалет. Вот этот олень, ну, он выполнен такой, ну, работа прям ручная, видно. Какой-то там фон, шоколадный фондан. Потекло. Я сегодня, кстати, красивый, я в рубашечке. Сейчас еще приедут наши друзья. А там, короче, в начале видео, да, я сказал по-тупому, типа, мы едем знакомиться с друзьями, но просто нужно было что-то говорить, а мысли были только об одном. И получилось так, что получилось. У тебя она. Так, сади, отойди. Да, да.